бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам курок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Работай ножками, шучу. Так, что там у нас с размерами экрана? Ой-ой-ой. О, бля, вот почему. Куда пришел град, какой-то участник чемпионата. 8-10. Пострадал с Зенитом. Закончили? Емурчан Анатольевич, стол номер 7. Емурчан Анатольевич, 7. Спасибо.
Просто спокойненько играем. Нормально. Один ноль. Я понимаю. Ну, конечно, он был, не ожидал. Но так резко, я же не вижу тебя. Ты же видел, что мяч помешал. Один ноль. Саша, не пугай. Михайлов. Игорь. Впереди. Пожалуйста. Да, он стал так резко. Ноль два. Один два по Ховецки. Два два. Михайлов подает. Ну, блин! Три два. Три два. Два четыре. Итак, второй финал. Цуркан Гордеева. Стол номер четыре. Цуркан Юрий. Гордеева Юлия. Стол номер четыре. Ничего не может сделать с шипами Игоря. Шесть два. Сегодня играть. 7-2. У нас впереди. Раз, два, три, четыре, пять игр. Очень интересная связка. Резко налево, а потом навесной направо. Короткий. Ну, блин, ну вдруг Сыковский выйдет. Бывают же чудеса. То есть он просто ничего не может сделать. Сука, комбинация. Вот, ну связка. Опять, да что ж так? Связка. Длинный, резкий, шипами толчок на левый тычок налево. Потом плавненький направо. Все у него все долетает. Странно, я даже этого не понимаю, почему это происходит. Thank you.
Но сейчас уверенно свернут, уверенно. То есть тут топсовик, значит, хороший топсовик, он, конечно, только переигрывает это. Да. Ну да, но шипы хорошо играют больше по подрезкам, они лучше играют по подрезкам, чем по верхнему вращению. Не, по теории так. О! Что сделал? Это вообще. Ну, это непонятно. То есть он не топ, а пластик какой-то. Пласкач такой. Удар однако такой плоский, да? Вообще. Ну а ты можно плоский сделать. Надо в доме подвести, поднести, сюда. Ага, ну вот, видимо, он так и сделал, да? А визуально мы уж не увидим, что он делает. Ой, смотри, какой удар. Ой, у него удар просто шикарный какой-то вот этот, да? Видимо, у Смирнова. Смотри, что за удар. Иду. А вот это, этот у него коронный удар, то есть это ступер. Ага. То есть вот этот резкий плоский тычок в дальний угол, этот у него просто коронный. А после него он коротенькую стрелочку делает такую. В другую сторону противоположную. Давайте. Успехов вам. Еще и здесь опозориться не осталось. Просто блок. Что ты творишь-то? Пять. Что ты делаешь после подачи? 8-7. Да зайди ты под мяч! Черт кривоногий! Это Радченко Александр так себя обозвал. Ну-ка, посмотрим. Действительно ли он кривоногий? Ну, похоже. Да, немножко. Просто классик. Было 24 выиграли, я 2 выиграл, потом еще 2. Стало 6-4, сейчас 2. Да, блин! Та же связка в одном случае у Игоря проходила, а вот
случае игры с топсером уже она не проходит. Норма Поводя очень сильный игрок. У него рейтинг 506. У Игоря сейчас посмотрю. Ой-ой-ой, вот. А сейчас сработала длинная, плоский тычок, левый дальний угол. Очень эффективный удар. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь.